Сегодня в The Music Империя – банда, играющая традиционный старый добрый хэви-метал. Группа впервые собралась в 2001-м. Ее появление абсолютно логично. В Запорожье всегда было немало почитателей Арии и Кипелова, поэтому город был просто обречен на появление качественного местного рок-бэнда, исповедующего тот же музыкальный слог. По большому счету, родить участника запорожской группы на 10-15 лет раньше, вполне возможно, что вся постсоветская рок-туса говорила бы не о Кипелове и Арии, а о нашем Иване Вороне и Империи. И это не просто рассуждение на тему «если бы да кабы». Музыкальная подача Империи — это не слепое копирование манеры исполнения лучшей тяжелой группы бывшего СССР. Здесь дело в другом. Чувствуется, что вдохновение запорожские музыканты черпают там же, где и Кипелов с сотоварищами. Хэви для них — это не просто увлечение, это образ жизни. Как бы то ни было, но за 15 лет существования Империя объехала массу фестивалей и городов. Сколько было выступлений на байкерских тусовках, музыканты, наверное, уже и не сосчитают. В родном Запорожье парни выступали на разогреве у таких грандов, как «Коррозия металла», «Мастер», «Круиз». Но, несмотря на достаточно активную концертную деятельность, коллектив созрел на запись первого полноценного альбома лишь в 2013-м. Почему так долго зрели? Ну, об этом, пожалуй, в другой раз. Важнее ведь, что почитатели классического хэви получили добротный, качественный музыкальный материал, записанный в лучших традициях жанра. Мы смотрим видео на композицию «Я приду к тебе во сне». Империя. Я приду к тебе во сне, время станет спать. Прикоснусь к твоей руке, научу летать. Ангел ночи, странник дня, я один из тех, кто пытался разбудить твой хрустальный смех. Хрустальный смех, хрустальный смех, хрустальный смех.
моя судьба. Моя судьба. Моя судьба.